Ну что, новый выпуск новобритостей, рубрики, которую мы выпускаем каждую пятницу на нашем аккаунте. Смотрите предыдущие выпуски и ждите новых. Мы видим ваши отзывы, поэтому продолжаем. Спасибо вам за такую поддержку, мы вас очень любим. Первый ролик – это точно про пятничное настроение. Вы сегодня отдыхаете дома или где-то будете танцевать, как этот котик? А эта новость очень добрая. Альпинисты в Мексике поднялись на самый высокий вулкан страны, чтобы спасти собаку. В октябре группа туристов начала подниматься на Аресабу. Самый высокий вулкан Мексики. У подножия они встретили собаку, которую подкармливали, и поэтому пес пошел за ними. Путешественники дошли до цели, а когда начали спускаться, заметили, что собаки с ними нет. Инструктор запретил подниматься назад, потому что была плохая погода. В горах было безумно небезопасно. По возвращению домой один из путешественников написал о собаке пост в социальных сетях. Он быстро набрал популярность, и многие туристы пытались подняться на гору и забрать собаку домой. Знаменитый мексиканский альпинист Лайо Агилар собрал отряд из 30 человек и пошел спасать собаку. Туристы нашли собаку, когда она уже была обессилена. Сейчас собака находится в руках ветеринаров, и с ней все в порядке. А в этом видео вы можете увидеть первого пса зоозащитника. Мне кажется, каждый из нас хотел бы такую собаку. Ему можно и ребенка доверить. Ну и завершаем этот ролик прекрасной предновогодней песней. Тут даже комментариев не нужно. Ставьте лайк и комментарий. С вами был Дима на связи.